Всем привет! Сегодня с вами посмотрим заброшку, которую дал наш знаменитый фанат Александр. Вот. Вы мимо этой заброшки, возможно, каждый день ездите на работу или на учебу. Вот. Так что быстренько посмотрим. Ну, конечно, я не буду говорить по старой доброй традиции. Чтобы знать, что-то узнать. Да. Заброшка как бы маленькая, но в принципе у нас как бы сейчас, сами видите, контента не густо, поэтому стараемся снимать все, что дают, все, что сами находим. Да, находим немного, но фанаты все-таки подкидывают контент, за что им огромное спасибо. Так, а здесь кухня была. Да, это маленькая кофейня была или закусочная. Бургерная, да. Вот это потом загорается, если это не чистить. Ну, тут не чистить. Так, и пойдем в другое помещение. Я вырублю пока. Вторая часть этого маленького здания. Тут, когда мы сюда заходили, тут парень пытался эту дверь закрыть и упал вместе с ней. Вот. Немножко смешно получилось. Я немножко жалею, что это не попало в кадр. Но это, похоже, просто было складское помещение. Вот, даже монитор есть. Samsung, да, это бомжатина воняет. Щит какой-то старый. О, лом, кстати. Что? Он гнутый, лом. А, видишь? Лом, да. Эти, вот эти лом, детское кресло для кормления. Строители забыли. Краска. Какие-то распечатки. Тоже все красиво на какашках. О, здесь даже интересно. Провода для прикуривания. Странно, что их на медь не забрали. А, ну это, по-моему, даже просто обмененные, я так понимаю. Что-то они как-то ржавеют подозрительно. Такое вот небольшое помещение. Open, но оно уже не open. А, здесь первый указ был, там написано название места, где это находится, так что там с той стороны осторожно. А. Вот. Здесь, видишь, мехи это было. Здесь видим женское, написано one man's trash, another man's treasure. Так а что это было здесь? Кирбукас. А, эти... Плашинный рынок. Да. Окей. Ладно. Ну и, в принципе, наверное, все, я так понимаю, да? Может, здесь нечего снимать. Если в этой локации будут еще попадаться новые возможности, объекты, да, будут открываться, естественно, мы постараемся их тоже снимать. А пока на этом все. Подписывайтесь на Инстаграм, на этот канал и ждите новых серий. Всего хорошего.